Добрый день, девочки! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня покажу вам украшения с кварцами, с натуральными камнями, без каменка от компании Серебро России. Все украшения уже есть на виртуальной витринке, так что если хотите всех опередить, или вообще вам лень смотреть видео у меня, слушать, есть у нас и такие клиенты, тогда сразу на виртуальную витринку бегите. Все данные под видео, там ссылочка, прям туда жмякаете, переходите на витринку. Также все данные под видео Viber, WhatsApp, группа ВКонтакте, чего там у нас еще есть, Инстаграмчик и все такое. А кому совершенно ничего не нужно и кто просто эстетически наслаждается, то смотрим видео. Так, первый комплектик у нас от Серебра России. Все серебро 925 пробы. Вставка здесь кварц. По цвету его сделали похожим на аметрин. Аметрин — двухцветный камень. Когда срастаются в природе цитрин и аметрин, получается такой желто-фиолетовый камень. Он достаточно дорогой. Вот. Потом как-нибудь покажу вам натуральный. Здесь, он, конечно, кварц они подобрали такого цвета, чтобы он был немножечко подешевле. Очень хорошая огранка багет. Вот сейчас я немножко медленно буду крутить. Вы посмотрите, какие грани классные. Очень изящные серьги, они классические, чуть-чуть занижен буквально замочек, и они очень стильные. Сейчас вот солнышко, жаль, нет, сейчас вы посмотрели, как оно сверкает и переливается. Так, артикул, чтобы вам, если искать на витрине, либо ищите по разделам, как всегда, серьги в серьгах, кольца в кольцах, либо по артикулу 3512 или S3512. Цена у них 2030 рублей. Так, их у нас две пары сережек у меня и два колечка разных размеров. Кольца такие немножко на печаточку похожи, но тут по-другому как бы камень не вставишь. Он такой длинный, прямоугольный, стильненькие кольца тоже. Ни к чему, вот смотрите, не обязывающий цвет такой. Желтовато-сиреневатый, то есть можно, в принципе, носить чем угодно. Кольца у нас по 1340. Размерчик есть 19,5. Так, и размерчик есть 16,5. Вот такие вот колечки в этот комплект. На витринке, пожалуйста, будете выбирать, не забывайте указывать размер, чтобы лишний раз не тревожить, там не созваниваться, не писать, не уточнять. Там прямо при выборе есть кнопочка размер. Выбираете 16,5, 19, что вам надо для убыстрения процесса. Так, шикарнейший комплект с выставки я прям нашла. Здесь натуральный аметист, если память мне не изменяет. Да, на всякий случай себя проверяю, потому что украшений много, и я иногда сама уже начинаю, господи, мы забывать, что где. Сегодня вот получили две посылки. Сейчас, девочки, вам будет анонс в конце. Дождитесь. Не скажу пока две посылки от кого. И там много очень товара. Поэтому я уже начинаю немножко закипать. Сейчас пока все это бегом-бегом разберу. Так что вы вот это вот давайте не через Viber, WhatsApp, а все через витринку оформляем, чтобы я успела и другие заказы разобрать. Комплектик сделан под старину. Смотрите, да, напоминает оправа немножко бабушкин сундук. Но, тем не менее, здесь чуть-чуть чернение, только чтобы оттенял камешек аметист. Посмотрите, капли видны. Очень красивый. Вот. Такая красотень. Чуть-чуть занижен замочек английский. Я бы сказала, классическая моделька такая. Так, вес полной изделия 4,7. Артикул 3673. Цена 2050 рублей. Здесь, в принципе, даже каратность аметиста указана, если кому надо. Колечко такое же в комплект. Чуть черненое. Чуть-чуть, чтобы вот под старину его сделать. Смотрите, какая оправа классная. Оно вроде, да, и не современно, и вроде и не под старое. Какое-то вот такое вот нашли дизайнеры решение. Размер 20.
Артикул 3673, цена 1100. 0,33 карата, если кому, опять же, интересно. Так, что показать вам? Давайте вот такой наборчик покажу. Он здесь с кварцем под родолит. И вот такой же наборчик. И он идет с кварцем под сапфир. Так, разный цвет. Все тоже на витринке уже. Ох, сейчас я намеряюсь красоты. Опять вот такая красота. Единственное, что всегда, конечно, советую, девочки, берите комплектом. Я там есть ссылка сразу и кольцо, и серьги. Ну, ссылочка либо на кольцо, либо на серьги, если вы смотрите один какой-то товар, потому что потом будет сложно подобрать. Заказы я практически серебра России не беру, и коллекция у них быстро меняется, потом можем не подобрать что-то под что-то. Посмотрите, какая красотища. Я сейчас буду держать молча, чтобы вы вдохновились. Так, чуть занижен, давайте, замка. Вот такой вот замочек, чтобы удобно было на мочке. Прилично занижен, миллиметра 2-3. Здесь идут кварцы и фианиты. И кварц цвета родолит. Посмотрите, какая у него огранка. Ой, сейчас со всех сторон. Очень красивые серьги. Длинный под вечерний вариант. Так, всего много написано. Артикул 3366. Полный вес 6,57 грамма. Так, 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 так. Кварцы, кварцы, кварцы. Фианиты. Цена 2250 рублей. Вот такая прелесть. Колечко к ним идет в комплект. 18. Артикул 3466. Цена 1950. Вот такая красота, необыкновенная. Так, синий смотрим. Как я говорю, королевский синий. Здесь он еще с отливом в голубой идет, смотря как попадает лучи света. Видите, чуть поворачиваешь, и пошел вот этот голубой зайчик по... Не знаю, получится на видео или нет. В общем, вот такой глубокий цвет. То же самое по замочку, чуть занижен, фианиты. И вот такой вот багетно-синий камушек каплевидный со всех сторон. Сейчас покажу на прозрачность. Видите, проникает свет, и он такой, видно, что не прям густой черный, а синий. Так, артикул 3466, цена 2300. Вес 6,8. Кольцо. Со всех сторон. Надеюсь, получится, как он переливает цвет там внутри. Так, размер 19, цена 2000 за колечко. Так, отложили. Что я вам еще покажу? Еще вам покажу вот такую красоту. Тоже есть в двух вариантах. Синий и есть красный комплектик. Сейчас, где он у меня? Много всего. Есть красный, есть синий. Здесь кварц, фианиты. И вот здесь это вот полированное серебро. Просто такой отлив, как будто камни получаются. Вот такой комплектик. Яркий. Занижен замок на любую мочку. Здесь подойдет. Кому надо поменьше, напишите, я вам положу силиконовые заглушки. Вот так вот выглядит серьга. Не знаю, с чем сравнить. С букетом, наверное. Сегодня у меня поэтическое сравнение не очень. Господи, артикул 3514. Вес 6,93. Цена 2,280. Просто посылки, посылки, посылки. Вчера была выездная торговля у нас, одна фирма, тоже не буду говорить пока какая. Набрала я всего. Это вот, понимаете, это еще хуже, чем по электронному каталогу, потому что когда тебе привозят чемоданы с украшениями, вот реально хапаешь все, как на выставке.
Так, кольцо, артикул 35-14, размер 19, цена 1260. Поэтому я вчера еще набрала нереальной красоты комплектов с цветными всякими камнями и полудрагами, и чем только там не было. А сегодня мне прислали еще две. И я... А у меня весь стол. Я разложила стол, и у меня все завалено. Все абсолютно. Я даже не знаю, за что хвататься. То ли по заказам распихивать. Главное, что сайт работает. Там по сайту гораздо все быстрее. Там же еще девочки откладывают, если вы что-то пишете. И пишут гораздо оперативнее. Поэтому, я говорю, лучше заказывать на сайте. Там быстрее с вами свяжутся. Многим там даже под вечер, кто вчера писал, уже умудрились сегодня посылки отправить. А я там Viber, WhatsApp никак еще не дочитаю ваши сообщения. Так что извините, все сейчас буду стараться оперативно делать. Так, с красными кварцами комплект. И вот это вот серебро здесь идет как к предыдущему, но оно немножко черненое. Полированное тоже, но здесь с чернением идет. Предыдущий был просто вот эти места светленькие. Здесь они вот оттеняют красный, они черненькие. Так, также занижен замочек. Фианиты, крупный замок. Артикул 35-14. Цена 2260. Вес 6,39. И колечко здесь какое-то небольшое оно идет. 18. Цена 1130. 35-14 артикул. Вот такая красотень. Так, что-то у меня еще желтенькое было. Желтенькое. Осенне-желтенький. Люблю я такой цвет. Очень красивый комплект под цитрин. Вот, посмотрите, какой шикарнейший цвет. Осенние листвы кленовой. Почему-то у меня осень вот ассоциируется именно с березовыми кленовыми листьями, хотя я понимаю, что другие деревья тоже желтеют, но почему-то или у всех может быть осень с этими листьями клен, вот и березы желтые. Как-то вот никто не думает, липа желтая, да, дуб там желтый. Вот почему-то именно кленовые листочки, березовые. Вот такая красота. Здесь еще белые, черные фианиты. Очень хорошая гранка. Прям фианиты отличнейшие, кварцы, все. Так, желтенький у нас идет. Это кварц цвета цитрин. 76 фианитов. 1880 серьги. Артикул 2015, можете набирать на витринке. А вот кольцо будет артикул 1015. Вот такая красота. 1015, размер 17, цена 1070. Прям очень рекомендую, девочки, наборчик вообще такой один. Хотя они у меня все по одному. Так, и вот такая вот еще веточка осенняя, весенняя. Вот, тоже здесь коричневый, желтенький, светло-нежно-салатовый. Посмотрите, какая красотища. Молча наслаждаемся, прониклись моментом. Так, занижен замочек. Вот такой вот. Вот поближе. И читаем. Здесь у нас кварц цвета раухтопаз, кварц цвета цитрин, уже все. И фианиты. Цена 1870 за серьги. Артикул 3573. Кольцо идет. Большое кольцо какое-то. Кольцо 19 с половинкой. Артикул 3573. Цена 1180. Вот такая веточка нежненькая. Очень красиво. Можно так наоборот носить. Так, напишите мне в комментариях обязательно, понравилось вам или нет. А то мне так как-то грустно уже после того, как то много комментариев, то что-то нету комментариев. Так. Кольца одинаковые. Это я просто так для количества. Вот такая вот бескаменочка. От Серебра России. Сейчас все, большинство фирм сделали какую-то коллекцию, делают вот с такими именно дисками. Уже мы смотрели от Юмила, я вам показывала серьги, да, несколько видов. Сейчас вот делают, вот Серебро России выпустил, еще у кого-то я видела. В общем, вот такие диски. Серьги здесь на французском замочке петля.
Сзади вот так они выглядят. Чернение. Так, артикул 22778. Цена 1800 за серьги. Вес 674. Кольца идут безразмерные. Они вот здесь вот разгибаются, как вам надо. Можете прям вручную, там хоть до 25 размера. О, кстати, еще себе разогнуть. Вот такие кольца. Без размера. Ну, здесь написано 19+. Но вы как на плюс, так можете и на минус сделать, уменьшить. То есть оно может там 16 вы себе докрутите. Только, конечно, аккуратно, не сломайте. 22778 артикул, цена 1560 за кольцо. Они оба вот, ну, здесь написано вот 17+, хотя вот на вид они одинаковые. 17+, 19+. Ну, какой-то размер, видно, надо было им написать. Это у нас без каменка. И сейчас вам такой небольшой анонсик. Это мы еще на витринку не выгружали. Будет коллекция спички. Уже слышали, уже видели, все фирмы тоже прям с этими спичками уже сошли все с ума. Там, конечно, есть цены у кого подороже, у кого подешевле. Серебро России, как всегда, молодцы. Они сделали достаточно бюджетные спичечки. В общем, будут вот такие кольешки. Здесь фианиты. Ну, собственно, вот главная героиня спичка. Будут вот такие кольешки. Они у меня там разной длиной. Сейчас не буду уже убирать. Сейчас я вам по пакетикам немножко пробегусь. Я их расценила, но не было еще фотографий, на витрину не выкладывали. Вот такие будут серьги-спички. Серьги есть на английском замке, есть серьги-пусеты. Еще будем смотреть по цвету, потому что здесь вот красные и черные фианиты. Так, это серьги у меня, это серьги. Кольешки тоже красные, вот видите. Так, колечки будут. Вот, давайте колечко глянем. Они без размера. Вот такие будут кольца, спички. Тоже классненькие. Ну, в общем, это сейчас хит-хит у всех фирм. Просто кто-то делает их побюджетней, кто-то делает их подороже, там, из черных и других бриллиантов. Так, и коллекция булавки. Тоже на витрину еще не выложили, но покажу вам. Замануху. Я же не могу не показать. А то вы вдруг от меня отпишетесь, и мне будет грустно. Так, вот такие будут колье-булавки. Прям булавки-булавки. Так, что у меня тут есть? Прям будут булавки, которые брошки-булавки. Не буду доставать, прям вот так. Так, прям будут серьги-булавки. Достану серьги, надо посмотреть. Прям будут серьги-булавки. Вообще просто огонь. Тоже сейчас делают уже аквамарин начал. Еще там кто-то. Много фирм. Вот такие вот. Все, конечно, на любитель, девочки. Но это список ближайших месяцев. Будет спички и булавки прям везде. Будет, как говорится, у каждой уважающейся модницы. То у нас были колье на леске. То до этого у нас были цветные нити. Красные, голубые, розовые. Теперь у нас вот будут спички в ближайшее время и булавки. И вот такие кольца. Они будут тоже без размера, разъемные, и кольца-булавки. Так, и по-моему здесь даже еще браслет у меня был. Вот это, наверное, колье. Сейчас. А вот браслеты. И здесь даже еще и браслеты, булавки. Вот будут браслетки. Просто, в общем, ждем, девочки, ждем. Этого на витрине пока нет. Все остальное можете уже заказывать. Все, всем приятного вечера. А, нет, я же сказала, еще сейчас посылку, еще посылку. Девочки, приехал ваш любимый яспис. То, что по заказам. Чуть-чуть терпения, все разберу, всем напишу. И приехала к нам наша любимая Вега. Вот такой корабень. Тут около... Ну, на вид вам сейчас непонятно, да? Он небольшой на вид, но... Вот приехала наша Вега. На вид небольшой, но килограмма 2 там, судя по весу. Так что чуть-чуть терпения. Я постараюсь в ближайшие прям дни все разобрать и по заказам вам распихать. И что останется, тогда прям выложу видео прям в наличии. И будем тогда смотреть и еще заказывать уже следующее.
Все, всем приятного вечера. Жду заказиков на сайте. Всех вас люблю. Пока-пока.